Всем привет! Хочу сделать расклад на ремонт своих кожаных сумок. Меня интересует такой вопрос: могу ли я их восстановить самостоятельно? Ну, даже там не восстановить, а буквально что на одной, что на другой нужно прошить маленькую строчку на машинке, ну, где-то примерно по 2-3 сантиметра. Моя машинка не предназначена для шитья кожаных изделий, но чисто теоретически она могла бы, наверное. Вот. И, собственно, в чем вопрос? Получится ли у меня, не получится? А то, может быть, я и машинку испорчу, и сумки испорчу, что потом вообще не смогу нормально сделать. Либо все-таки отнести к специалисту, который уже с этим работает, да, с кожаными изделиями. Да, и, пожалуйста, не пишите в комментариях, что заняться нечем, да, новую пошла купила. Вы знаете, это вообще не проблема купить, но многие сумки мои кожаные связаны с определенными событиями в моей жизни, и я никогда не выкидываю такие вещи. У меня достаточно много кожаных сумок, и все они приурочены к определенным событиям. В данный момент я хочу посмотреть конкретно на ремонт сумочки, которую я покупала на байкерском фестивале. Сумка кожаная с ручной вышивкой. В принципе, такую сейчас нигде невозможно купить. Я пробовала найти, но нет. Поэтому, конечно, можно сказать, что на своем единственном экземпляре. Вторую сумку я привезла из России, и эта сумка имеет кожу такой выделки, которую я ни разу не встречала в США, поэтому, конечно, она тоже очень мне дорога, также она связана с определенными событиями в моей жизни. Я ее покупала сразу после рождения дочери себе. И, собственно, тоже не могу я от нее избавиться. Тем более, обе сумки выглядят практически как новые. Только вот эти два нюанса, да, которые нужно мне устранить. Немножко прошить по одному месту, да, в каждой сумке. Сначала я спрошу, получится ли у меня самостоятельно на своей машинке отремонтировать эти сумки. Три карты буду класть. Так, и дно. Ага. Будет ли лучше, если я обращусь к специалисту, который занимается кожей? Ну, конечно, тут предполагается, что будет ли этот вариант лучше, да, чем тот, который на меня, да. И дно. Ну, вот смотрите, какие карты. Карта регулирования, конечно, собственно, само восстановление показывает, да, восстановление функции сумок. Перемены, скорее всего, саму работу, да, которая будет проводиться. Еще тут, видите, колесики ходят. Ну, в принципе, чем-то напоминает механизм, который в швейной машинке. Ну, это, наверное, я, как человек, который, в принципе, может подобные вещи выполнять. Да, там, шить что-то, восстановить, это не проблема. Вот, и смотрите, на специалиста все карты не очень выпадают. Ну, понятно, да, что они не говорят о том, что он сделает хуже, просто именно показывают, что преимущество у меня есть, да, то есть эти карты лучше, значит, если возможно восстановить самостоятельно. Эти карты хуже, значит, никакого нет смысла обращаться к специалисту, когда все получится и так. В общем, такой расклад. Всем пока-пока.